палит. Лучик сидит на Алинке. Видимо, думает, что это Артём. Но вообще... Без бороды. Да, то есть от Валентина он прятался. Вот, от Егора прячется. Вот к тебе прилетел. У меня карма. Но он теперь это... Гусеницы. Все еще здесь гусеницы. Лучик, иди сюда. Иди, иди, не бойся. Я один раз потоптался, сейчас еще раз прилечу. Она не страшная, да? Но волос, странная. Волос много, есть за что потепляться. Инфарктная сова. Инфарктная сова. Я же говорю, они меня не боятся. Главное, чтобы ты мне там в чай только что-нибудь не сплю. Ну, не, он сидит спиной. Ну, спиной назад, я имею в виду. Нормально все. Погадочка. Лучик, тебе норм? Скажи, очень комфортная женщина. Прогретая. Сейчас надо эту рамку еще упаковать куда-то. Я вот что-то тебя хотела спросить про пакетик. А я думаю, надо в этот... Не, пакетики-то есть. Там что, чистится начал? Ну, волос ты... Ну, он себе ножку чешет. Ну, я чувствую, что он на одной ноге стоит. Держится. А, что это? Что ты сиди, сиди, ну там тогда выщипывай. Чё ты там вообще сидишь? Лучик, что там? Блох нет. Такой хорошенький, добренький вообще. Прям такая образцовая сова. Нормально, нормально. Ой. Сова. Клёво такое, что-то странное. Ну, скажи, что-то новенькое. Ты опять чистишься там? Ну, ножки себе грызёт. Давай к деньгам там что-нибудь почистим. К большим заказам. Актуально, да. Это что-то после лета пока тишина. Надо что-нибудь это порисовать. Надо. Сова, ну что ты там? Кстати, можно тебя пригласить в какой-нибудь любой день удобный сюда. Угу. Можешь порисовать елку в прямом эфире. А, можно. Да, вот, а потом на рептилиуме эту картиночку продать. Можно. Я думаю, клево. Можно даже несколько сделать. Ну как вот у тебя. Ну да, да, да. Быстро стили, и это будет вообще клево, мне кажется, можно. Очень. Вот, да, в пятницу уже Артём приедет, там сестра, а так вот можно на неделе. Да, можно тогда выбрать себе. Да. У меня сейчас это, школа, садик немножко устаканится. Угу. Будет здорово. Сейчас еще эти сектантские билеты, вот где-то на следующей неделе начнутся продаваться. Вот, Лучечек, ты такой хорошенький, прям, ну, как сиди. Будто сова сейчас добрая. Сейчас на меня еще ляжет спать. Ну, кстати, давно на пузико не ложился. Да? Не, ну, может, он где-то лежит, но он прячется. Mm-hmm. Он меня до инфаркта просто чуть ли не каждый день доводит. Он где-то где-нибудь сядет. Причем обычно он приходит, если зовешь. Ну, да. А если он решил поспать, то нет. Ну, угу. В общем, вся в сове, да? Вся в сове. Сова тебя прям всю пробует. Что ты там нашел? Лучик. Лучик. Я говорю, они меня не боятся. На мне на даче, я говорю, по даче тут на мне малиновка каталась. Я, короче, косила... Малыш или взрослый? Взрослая. Офигеть. Я, короче, кусты с отмостки вокруг фундамента, вот эти всякие там травы срезала. Я раскопала муравейник. Я в первый момент, я даже не поняла, что происходит. У меня просто, знаешь, вот так вот под руками. Одна, значит, на дереве, вторая это самая. Они так вокруг меня и кормились. Потом Василиска пришла. Типа, они дайте муравьев, что ли? Они муравьиные яйца таскали. Ага. Они таскали прям муравьиные яйца. Лучик. Иди к нам. У нас там эти корольки, щеглы, ну, замечательные. То есть там елка шикарная. На ней, видимо, прям... Это, ну, то есть эти конюки прилетают. Прям на заборе сидел тут орал. А что это день... ты в уши понапихала и теперь... А, не, он... Нет, он тут не... Я же говорю, это карма. Так, только нежно, пожалуйста. Ой-ой-ой. Пришла со своими ушами.
Нет, чистит. У меня, говорю, мясыча, она меня прям любила сесть. Но только а знаешь, у тебя это... же там зверинец, дети. Я вот думаю, а вдруг мне тебе его на передержку отдать, когда я в Крым поеду? У меня поеду? Собаки, у меня другая да. беда, у меня собаки. Ты столько... Спасибо, ты мне музыку включил. Радио мне врубил. Лучик. Я же говорю, я вот к кому приезжаю, мне тут же начинают уши. Уши. Дай, пожалуйста, сюда, тут ты мне мозг включаешь. Целоваться будем? Нет, глаз не надо. Мне там контактные линзы. Уши хорошие, забирай уши лучше. Оставим. Не надо. Где я тебя фотографирую? У тебя какая мимозика. Нет, сначала они все ласковые, потом начинают сильнее щипаться. Угу. Что она себе позволяет? Да, я проклятая, я не знаю. Говорю, мне просто последний раз то же самое не я сидела у длиннохвоста. Я сидела и шевелилась. Все, Лучик, уходишь с Алиной? Да. Едет чморить собак. Ну, кстати, к Мурлок он с осторожностью. Ну, у меня Джоник, он, в принципе, он так-то, наверное, ничего не сделает, но просто, знаешь, лапой может толкнуть. Угу. Он такой просто долбанутый. Сашку-то они не обижают. Так, и куда? А, там второй наушник. Слышь? Слышь? Чего давай там? Обратно. А он пытается мне по спине перебраться туда, на второе плечо. Собрался. Придется тебе его рисовать. Тебе тут удобно, да? Я волосы свои заберу. Я же говорю, сейчас придет уши инспектировать. Я тебе сказала? Угу. Ладно ты, чего ты? Жалко. Я не хочу будет. Домой у свеча. А у меня сейчас это начнет. Окситоцин будет выделяться. Сову захочется маленькую. Да. Да, только, пожалуйста, не брови. Спасибо. Кусенька. Волосы из меня вытёргиваются. Все почистил? Угу. Ну, да, попробуем. Давай, видишь? Где там у тебя лоб-то? Я так не вижу у меня. Напросился. Ты линяешь? Линяешь, скажи. А ну трубки-то много. Ничего. Нет, вот так не надо делать. Да, прекрасно. Да. Я так и знала. Я говорю, сейчас. Это лишь не пойдет. Прекрасно. Ну, вообще. Она сейчас по мне везде походит. А ты по уху-то не слезай. Надо по уху слезать. Да, пик, да. Что это женщина себе позволяет, Лучик? Я хотела на руку посадить. Что я себе позволяю? Не музыку включай, тут, понимаешь, всякую. А, скажи, вернула наушник. Сейчас мы. Нет. Скажи, тема проверенная. Ну, вот сейчас Машка летит в судак к Татьяне, у которой как раз это постоял двор. Вот, потом Артём туда поедет, а я, наверное, тоже полечу на несколько дней. И вот слушать. Мне надо придумать это, с кем оставлять все это. Вот. Зенец. А вдруг ты можешь поездить, девочка? Не, ну, в принципе, в будни, в первый план дня я могу докатиться. Слушай, было бы здорово. Могу как бы, ну, это не бесплатно, и это... И там натуры отдадим мышами. Мышами? Да. Мышами? С сычами в гости. Всё, попался. Ну, ты говоришь, не дастся, боится он. Ничего он не боится. Это борзота. Пик-пик. Та еще борзота. Да. Не знаю, то ли драться, то ли ласкаться. Говорю, я еще не определила. Ты меня за бровь укусил. Я теперь имею право клювик твой трогать. И лапки. Лапки. Где лапки? Подожди. Так, это... А, лапки. Когти. Скажи, издевается тетка. Ничего.
все, я тебе испортила сову. В хорошем смысле. Ну, видишь, он так только к Артему приставал. Социализируем сову. Экспресс-метод. Экспресс-метод. Лучик. А в гости приедет, научится в Лего играть. Ну, у него началось, то есть в новых местах он становится дикой совой, которая все боится. Ну, вот. Я вот в деревню его возила, там домик, который он знает, все хорошо, а к маме в избу потом заношу, он там был несколько раз, и потом, о, блин, страшно такой. Ну да, ну я говорю, нас Сочи очень боялся коробок картонных, просто до истерики. Я помню, это то ли холодильник, то ли какой-то стеллаж икеевский, остались вот эти коробки. Я так дверь открывала, мне за дверью, ну, картончик я собираю, открывала, и у нее такое делалось. Шары такие, и она куда-нибудь. Все, дверь закрываю, высунется такая. А, нет коробки. Ну, типа, ладно, я тогда здесь живу. Коробку опять дверь открываешь. У меня Юрка пользовался, он коробку доставал. Ну, когда надо было что-то в комнате сделать, он ей коробку вынимал. Ну, все, ну все. Ну ты меня всю уже облюбил, просто почистил, да. Мне просто музыку хоть сейчас радио будет включать в ухо. Хорошо, у меня не громко включено, у меня еще периодически, я когда на полную громкость, и я тут сама один раз ухо себе почесала. Вот, сейчас, секундочку. Работу откроешь, а у тебя там сова. Он не лазит, он там не лазит, стоит. По сумке? Нет, он вообще такой. Погоди, все он будет. Тут, я его искала утром, часа два, наверное, думала, уже все, трупик найду, а и в итоге нашла, он... Залез в капюшон толстовки, который висел, и там застрял. И в этом капюшоне там, в общем, дурак. Вылезти не мог. Ну, ты дурак. Дурак вообще полный. Ну, они такие, я говорю, не отбитые в этом плане. Отбитый сыч. Да? Да. Конечно, в этом их прелесть, с одной стороны. С другой стороны, тяжело потом жить становится. Я от Сочи в какой-то момент, она же мне начала с подушки выселять. Ночью спишь, что-нибудь поворочишь, тебя за ухо сразу. И на Юрку она просто орала. То есть, если я там, пардон, вышла в ванну куда-то, вернулась, все, мне сова на подушке. Мурлок, чего там? Да рюкзак мой лежит. У меня там ничего нет, от него просто, может, собаками пахнет. Ну, интересно, мур-мур. Да. А вот. И она, кто, конечно, тебя научил нас... ходить на кис-кис, или ты просто пришел? А я его всегда кис-кис приходил. Да. Ну, я его так, чтобы он на улице никогда кис-кис не зову, потому что там сбегутся все коты со всех домов эти уличные. Нет, а я не иди ко мне, иди сюда. Там. Смотрю, жопа сидит. На свист он отзывает. Кис-кис, и он хоп, и все, развернулся такой, мяу-мяу. Не, он сначала попытался сбежать, я говорю, мурлок, он такой... А мы знакомы? Ну, он сколько он у вас жил? Месяца два. Ты думаешь, он помнит? Не знаю. Нет, месяц он жил. Я думаю, детей бы он вспомнил. Мне все Алиса кота хочет. Я говорю, боже упаси. Не знаю, кот, чё, кошку я вообще не хочу. Никакую. Эй! Мурлок, они не хотят котиков. Ты тоже не хочешь кошку никакую, да, вообще? Лоток, лоток. Единственная вещь, которую я что-то как-то прям вот... Мне сейчас идеально вот эти в террариумах все сидят, глядят. Когда хотят есть, глядят чуть больше. О, пошел, пошел. Блин, ну я бы уже его укусила. Ты не учи сыча плохому. Моей попы виляет. Вот это и за нос тебе. Он очень нежно это делает. Но он пока не научился. Там резиночка бирюзовая. Кстати, ты же боишься бражников. Сейчас пойдет с резиночкой воевать. Не, он тебя причесывает. Ой. Лучик, все, ты это уезжаешь от нас? Да, скажи, мне тут, в принципе, вполне себе комфортно. Там три собаки и трое детей. Скворец, который орет. Да. У нас у него любимый звук, это виск Лизин. Слышишь, у меня целый день визжит ребенок в подъезде. А ты не видела видео, где попугай Амазон, что ли, выучил плач ребенка? Да, видела. Я это же вышла. Консерва просто вот потенциальная. Жаркое, да? Курочка гриль. Не, он прям визжит Лискиным голосом. Он щелкает камерой, поет вот эту песню, которую Лёшка его на флейте научил. Лёша на флейте мне сыграет.
Ну, то есть он этот кусок мелодии поет, щелкает камерой и визгом детским добивает. Я говорю, то есть у меня когда периодически видюшки снимаем, это все говорят, у вас попугай? Я говорю, нет, говорю, хуже. У меня, говорю, сорокоскворец. Так он еще стук. Ну да, у них очень быстро. Кошмар просто. Улетать выпускаешь, потом всю квартиру моешь. Да, счетил. Оп. Нет, не видно, темно здесь. Лучик. Мы поехали. Мам, я пошел гулять. Давай, вылазь, где ты там? Иглан пищит и не вылезает. Пик-пик-пик. Ты должен меня начать бояться. Ты меня не боишься. Ну и все, я испортила вам сам окончательно. Не надо его драконить. Пусть да он... ладно, я чуть-чуть. Я же не дракон. На, держи свои игрушки. Все, уходит она. Все, я уезжаю к детям. Еще будет заходить лучше. Еще будет заходить, да. Мышей давать. Или не мышей. Как можно бояться бражников? Они же такие вкусненькие. Не, мотыльков, куколок он не боится. Он боится гусениц. Причем любых размеров. Не знаю. У меня Лиза все пытается их это... Она хочет куколку вырастить. А тебе дать на куколку? А у нас в прошлый раз они вывелись, и это, кривые все косые. Угу. Вот эти, они так, там один был с крылышками. Угу. И потом они их очень не хотели утилизировать. Пришлось... Ну, так это самое, они... А куколки я тебе давала, да? Да, да, да. Ну, так они должны, это была выбраковка была. Да, да, да. Но у меня сейчас гусеницы есть уже большие, которые должны куклиться. Ну, только этих, табачных. Ну, понятно. Чего? И тут собрался прям кататься на мне. Сова-сова. Мне еды нет, ничего нет. Скажи, ты новенькая. Ты новенькая. Что-то остальные уже надоели. Что ты скажешь, интересно? Разнообразие, скажи. Так, ладно. Все, проваливай. Мы с медом. Да, пардон, я тебя заболтала. Поеду. Чего такое? Шуршит. Курточка. А курточка у меня шуршит, да. Видишь, какая? Это она под дождиком не промокает. Хорошая курточка. Скажи, женщина, идите уже отсюда. Так. Мёд! Кто мёд? Так. Не надо, не надо присматриваться. Так, телефон я взяла. Всё, давай, пока.